Привет всем, с вами опять Эден, и вы опять на ее кухне. Только не на той кухне, а на другой, и она вообще не моя кухня. Но это не важно, потому что сегодня мы будем с вами готовить что-то, у чего нету имени. Что-то, что, конечно же, я его не придумала. Я просто обожаю креветки. У меня креветки из морозильника, но они вкусные, и это в порядке. И с ними можно готовить все, что хотите. Вы знаете, что креветки вкусные с чем угодно. Или с маслом, или томатный соус, или что угодно. Так что в прошлый раз я была очень голодная, и у меня в морозильнике были креветки. И я просто решила что-то приготовить. Просто порезала помидоры черри на половинки, грибы. Масло, все это перемешала и пожарила с креветками, было просто объедение. А, еще и спагетти приготовила с ней. Так что сегодня я буду делать почти то же самое, только с другими овощами. У нас будут грибы, не баклажана вторая, я обожаю это. Как называется? Не баклажан, это баклажан? Это не баклажан, перец сладкий, помидорчик. Конечно же, масло. Это будет наш соус. Масло сливочное. Конечно же, наши креветки. И брокколи, тоже замороженное. Я просто обожаю эти все овощи. Если вы какие-то овощи не любите, вы можете заменить это любыми овощами, что будет хорошо, когда их жарят. Я обожаю этот овощ. Ладно, давайте начнем. И зажигаем огонь. От этого масла нам надо много масла, потому что это наш соус. Так что я отрезаю, может быть, немножко больше, чем 50 грамм. Окей. То, что мы делаем грибами, мы режем их. Помидорку. Вообще-то я люблю черри помидорки. Вы знаете, что черри – это израильское изготовление. Придумление. Ну и такой помидорчик тоже пойдет. Надеюсь, что я в фокусе. Тут режете на палочки. И теперь берем вот эту нашу любимую штучку, у которой нет имени. Что можно почистить, то лучше. Я просто режу это на вот такие вот штучки. Не знаю, что это делать. Я режу вот так вот. Очень-очень быстрый ужин. Можно приготовить это за несколько секунд. Как вы видите, теперь мы будем размешивать это. Следите, чтобы огонь не был слишком сильный, потому что мы хотим спалить ничего. То есть, если мы спали, это будет не так вот вкусно. Я это все перчу. Я обожаю перец. Я особенно вот такой, который не очень тонкий. Конечно же, я не могу жить без табаско. Я обожаю табаско, так что я очень много табаско ставлю. Теперь мы можем поставить сюда брокколи, только немножко. Все тут выглядит уже обалденно. Теперь надо только ждать, пока все тут будет готово. И мы поставим туда наши креветки, потому что креветки готовятся очень быстро. Мы добавляем наши креветки. Ауч! Не буду все эти креветки ложить, поэтому я ложу по одному, потому что все склеены. По одному или по две. Так что вот он! Вот он тут ходит, мой маленький. Ой, не вышло по одному или по две, но в прошлый раз это вышло лучше. Конечно же, это только для меня. Но если вы варите для нескольких людей, то вам понадобится больше креветок. Но вообще тут есть в порядке. Но как же я вам сказала, вы это делаете, когда вам хочется кушать, и у вас нет времени. И когда у вас нет времени, вы хотите кушать, вы варите только для себя. Не правда ли? Вы уже можете нюхать эту вкуснятину? Спасибо большое за просмотр. И я надеюсь, что вы тоже приготовите или такое, или другое сочетание с креветками, маслом сливочным и другие овощи. И напишите мне, как вам было вкусно. Спасибо большое за просмотр и приятного аппетита!